Всем привет, друзья! Всем хорошего, доброго утра! Регион 93, песня для тебя. Яркое солнце, беспечное время. Верим в успех, пока молодость золотом жгучим льется по венам. За нами Кубань, за нами Россия. Делай, как сердце велит, ведь все в твоих силах. Делай красиво! Мы впереди все, как один, будто локомотив. Прем и стучит где-то в левой груди, что породит этот неповторимый южный мотив. Учеба, работа, сплоченность и опыт. Смотрим за горизонт. Каждый раз по нетоптанным тропам идем далеко, только вперед. Мой регион! Под небосводом из года в года к успеху стремимся, ведь будем светить. Под небосводом, там где свобода затянет сердца и в ушах зазвенит. Регион, 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 лидер три. Регион, 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 это мы. Регион, регион, регион. Напрасно, ни секунды на месте мы не стоим. Ведь жизнь так прекрасна, давай вместе ее покорим. Давай бросим бояться, найти в себе яркий, безудержный внутренний мир. Давай серьезно ударимся в спорт и всех удивим. Знаешь, в здоровом теле здоровый ток и бесконечный полет людей. То самое место, где все найдут море новых эмоций и новых друзей. Судьба не бросала нас далеко. Мы всегда рука об руку с юга. Мы всегда в унисон. Эй, мой регион! Под небосводом из года в года к успеху стремимся, ведь будем светить. Под небосводом, там где свобода затянет сердца и в ушах зазвенит. Регион, регион, наступило время надежд, только светлые мысли. Воплощаем цели, мечту юности мы с ней. Отправляемся в солнечный край, где будем парить над облаками, чтобы однажды суметь и покорить. Регион, 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 где это ты? Регион, 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 это мы. Регион, регион, регион. Поехали! Под небосводом из года в года к успеху стремимся, ведь будет светить. Под небосводом, там где свобода затянет сердца и в ушах зазвенит. Регион, регион, регион. Вот так тут начинается утро каждое. К нам скорее. Привет. У нас в гостях Миха Бунин, автор, исполнитель, МС, организатор творческих фестивалей. Саша Макаренко, автор, исполнитель, педагог, руководитель вокальной студии. Ребята, супер зажгли. Спасибо большое. Это же регион 93 про лагерь, про наш, еще про и про форум. Да, двойной смысл. Молодежь изначально про форум. А вот этот гимн вообще, он же как-то неспроста появился. Неспроста. Дело в том, что мы очень долго в своем
в детстве, в своей юности мечтали попасть на регион, но не получилось. Не так давно выпала такая возможность через нашего друга Сергея Сгибнева, который там, он задействован в регионе, и он предложил, а напишите гимн региона, у нас есть старый. Мы, да без проблем. Написали, и вот уже 2 года мы каждую смену... И мечта сбылась, получается. Вы стали частью этого большого региона. Да, причем этот гимн на самом форуме каждый день звучит. На подъеме и на отбое. Поэтому к концу смены уже все его знают наизусть и подпевают. Это еще не факт, что любят. Но знают, главное, чтобы знали. Ну, слушайте, нам понравилось. Вы пока дыхание переводите, угощайтесь нашим чаем. А я имею возможность произнести недавнюю очередную награду Миши. Лауреат премии «Успешные люди Юга России» в номинации «Успех в развлекательной сфере». Но это как-то скромно, потому что успехи это значительно шире. Постоянно придумываешь какие-то фестивали, в них участвуешь, много людей в этом участвуют. Один из последних проектов называется Summer Jump. Саша, кстати, тоже в нем участвовала. Да. Что это такое, ребята? Что там делают, кто участвует? Рассказывайте. Ну, Сашка рассказывает. Давай. Это тот проект, где мы не просто работаем и выступаем, где мы веселимся с людьми. Смотрите, мы не просто там участники и певцы, рэперы, ведущие, да. Участник этого проекта именно тот, кто пришел к нам. То есть люди подпевают. Это более молодежное движение. У нас очень много с Краснодарского края артистов, диджей, битбокс, кавер, ведущий, и он же рэпер со своими авторскими треками. А вот эти вот цветные осыпания, вот я подписываю. А, ну это да. Мы начинали на фестивалях красок это все экспериментировать. Угу. Потом пришли к тому, что проект Summer Jump, он может заходить далеко за границы просто фестивали красок. Не только краска, но еще и развлечения, и песни, танцы. Ну да, просто творчество и яркий эффект. Задача такая, на любом мероприятии, ночной клуб, там свадьба или еще, задача такая, выходят артисты, которые выходят не просто, чтобы выступить, а повеселиться с другими людьми. И начинается все так. Но закончится, может, все наоборот. Зрители на сцене, артисты перед сценой. То есть мы полностью стираем границы вот привычного такого формата отдыха. Разграничение. Есть артисты, к ним нельзя подходить во время выступления. То есть здесь все вместе? Конечно. Здесь самое главное взаимодействие вместе с людьми, а которые пришли. А у нас такой вопрос, ребята. Вот вы вместе. Вы только творчески вместе? Мы знаем, мы не знали. Рассказывай. У Михи есть девушка. Да. Ее зовут не Наталья. Не Саша. Нет, как вообще считаете, творчество и отношения, как-то вот это хорошая история или лучше разделять? Честно, я считаю, что разделять лучше. Угу. Я тоже так считаю. Если даже 2 человека творческих, пускай они работают в разных командах. Угу. Вот пусть эти 2 творческих человека и порадуют нас еще. Давайте, потому что композиция про Краснодар, по Краснодару, тоже интересная вещь. Скоро будет клип. Начинаем, мы тоже надеемся. Пусть будет, ребята. Давайте подарим песни нашим зрителям. Старт с доброго утра, и наплевать, что скоро двигаться прямо в час пик. Я по знакомым местам, все тем же маршрутом, да и с такими же, как я, что вечно в пути. Бесконечные пробки машин мы просто огибаем, мимо серых и скучных витрин на новеньком трамвае. Может, встретим любовь, может, что-то еще никто не знает. Но так бывает. И поехали со мной по Краснодару. И не важно нам по проводам или по рельсам подкованный стук. Со мной по Краснодару. И не важно сегодня на чем, лишь бы побольше народа вокруг. На дару. И не важно нам по проводам или по рельсам по...
телефоны стук со мной по Краснодару. И не важно сегодня на чем, лишь бы побольше народа вокруг. Спасибо! Друзья, если вы пропустили это музыкальное интервью, пересмотрите его на сайте kuban24.tv. Оставайтесь на нашем канале, смотрите факты, факты спортивные, прогноз погоды. Возвращаемся в студию. Хорошего утра, и вы узнаете. Что больше лучше мотивирует вас для бега и зачем Федор в грязи испачкался?